Ожидания трейдеров относительно дальнейшего укрепления золота достигли двухмесячных минимумов на фоне крепнувшей американской экономики и резкого усиления доллара. По опросу агентства Bloomberg, только половина из 26 опрошенных аналитиков ожидает в краткосрочной перспективе рост золота, что является минимальным значением с 20 января текущего года. А по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды сократили количество позиций на покупку драгоценных металлов на максимальную с 2008 года величину. В этих условиях торги в пятницу золото провело в боковом диапазоне, поочередно протестировав максимальный 1664 $66 и минимальный 1639 $57 уровни диапазона. Аналогичную динамику в еще более узком диапазоне $32.73 и $32.13 продемонстрировало серебро. А официальные курсы на закрытии торгов в Нью-Йорке составили: золото $1659.31 за тройскую унцию, серебро $32.49 за тройскую унцию.